Всем привет! В этом видео я подобрал топ 7 правил к стоянке, к морозной стоянке зимой, ночной стоянке, если вы оставляете свой автомобиль на улице, на стоянке, что нужно делать? Правило номер один. Лобовым стеклом нужно остановиться на восток, то есть там, где восходит солнце. Первые лучи солнца оттуда идет, теплота, и лобовое стекло у вас не будет замерзать, а с задним и с теми уже, я думаю, вы справитесь. Правило номер два. Нужно открыть двери на 3-5 минут, чтобы выровнять температуру на улице и в салоне, если там в салоне было жарко. Нужно выровнять температуру, чтобы не запотели стекла. Правило номер три. Чтобы точно не запотели окна и убрать влагу с салона, берем обычную кухонную соль, носок или чулок, засыпаем сюда соль, связываем носок и кидаем в салон под сиденье. Гарантированный способ, проверенный на другом автомобиле. Окна не будут потеть, влажность и неприятные запахи из вашего автомобиля 100% исчезнут. Правило номер 4. Обязательно перед каждой зимой обрабатывайте резиновые уплотнители дверей, которые находятся и с этой стороны, и на самой двери. Обрабатывайте обязательно силиконовой смазкой, и еще такого не было в любой мороз, и даже когда они как-то намокли, чтобы я не открыл дверь. Ну и это продлит их срок службы, и не будут скрипеть они, и никаких с ними будут все время как новые, никаких приколов с ними не приключится. Правило номер 5. Снимите коробку с передачи, переведите в нейтральное положение, не нужно использовать ручник, а найдите камень или кирпич, ваш любимый, на вашем месте, там, где ночует машина, и вот таким вот образом подставьте, и это не примерзнет точно колодки, и вы так отсоедините двигатель от коробки, и утром будет легче запустить вашу машину. И 6 правило, это касается топлива, в баке должно быть при морозах, да и вообще это полезно для бензонасоса, 1/3 бака. То есть, если здесь в машине 40-42 литра входит, то должно быть не менее 15 литров. И тогда будет беспроблемный пуск и подача топлива, и не будете знать проблем. Правило номер 7. Этому отведен целое видео по поводу аккумулятора. И если у вас нет возможности как-то проверить его емкость или утечку тока, можете просто отвести минусовую клемму в сторону, а утром прийти, накинуть ее, конечно же, зажать хорошо. И тогда ваш аккумулятор будет работать в штатном режиме. И опять же, это облегчит запуск. Вот такие простые 7 правил. Если их придерживаться, все у вас будет в морозное утро хорошо, и ваш автомобиль запустится, и будет все хорошо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Может, я что-то пропустил. И плюс буду с вами там рад пообщаться. Всем спасибо. Пока.